Три человека получили травмы в результате ДТП на улице Ленина. Во вторник днем водитель УАЗа с перегаром въехал в автобусную остановку. Среди пострадавших две женщины и девушка-подросток. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий». Авария произошла в 1:20 у дома 198 по улице Ленина. По предварительным данным полиции, водитель УАЗа врезался в остановку общественного транспорта. Машина на скорости протаранила стену павильона и сбила трех пешеходов. Это две женщины и девочка-подросток. Однако в ГИБДД уверены, что за короткое время водитель совершил серию дорожных происшествий. Перед этим данный водитель повредил автомашину ВАЗ-2114 и автобус марки ПАЗ. Водителя буханки оформили за два скрытия с места ДТП и за отказ от экспертизы. Ему грозит как минимум административная ответственность – это лишение прав и штраф. Три человека получили тяжелые травмы в результате ДТП в Нолинском районе. Авария произошла на 139-м километре дороги Киров-Алмыш-Вятские Поляны. По предварительным данным ГИБДД, 63-летний водитель Нивы «Шевроле» выехал на встречную полосу. По предварительным данным, водитель автомобиля «Шевроле Нива» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус». В результате происшествия три человека получили травмы. Это водитель автомобиля «Лада Ларгус» и два его пассажира – мужчина и женщина. По факту ДТП проводится проверка. Данные и обстоятельства устанавливаются. Два человека пострадали при ДТП в Юрьянском районе. По предварительным данным полиции, 42-летний водитель «Вольво» с полуприцепом выехал на встречку и протаранил «Мерседес Вита». Травмы получили водитель фургона и его 14-летняя пассажирка. Подростка госпитализировали. В поселке Оричи в ДТП попали две Нивы «Шевроле». По предварительным данным ГАИ, 66-летний пенсионер не выполнил требования знака «Уступи дорогу». Машина выехала на перекресток и столкнулась с авто такой же модели. Пассажирка внедорожника получила травмы, медики оказали ей помощь. В Котельниче сбили пешехода. По предварительным данным госавтоинспекции, 32-летняя женщина-водитель «семерки» наехала на 81-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина шла по дороге, хотя рядом был тротуар. На место аварии вызвали бригаду скорой помощи. На еще одного пешехода наехали в Кирове на улице Маклина. По предварительным данным ведомства, 28-летний водитель «Шевроле Круз» сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Пострадавшей понадобилась помощь медиков. Сергей Пичугин, место происшествия.